22 февраля в детской юношеской школе имени Юмина стартовало первенство по вольной борьбе среди юношей 2008-2009 года рождения. Отметим, что соревнования приурочены к празднику День защитника Отечества. По словам директора школы Альберта Альдерова, основная цель проведения соревнований на городском уровне – это популяризация спортивной борьбы в Каспийске. Во-первых, это является первой стадией отбора и выявления одаренных детей. Вот. А также это такого рода соревнования в целом популяризует спорт, не только борьбу, в целом популяризует спорт вообще в городе. И таким образом мы молодежь отвлекаем и даже спасаем от всякого рода таких нехороших дел, скажем, да, порицаемых дел. Открытие первенства прошло под гимн России, а после зрители окунули в атмосферу колоритного Дагестана зажигательной лезгинкой, подготовленной воспитанниками детского дома творчества. Стоит подчеркнуть, что всего за призовые места борются спортсмены разных весовых категорий – от 32 до 74 килограмм. Победители соревнований будут получать путевку на соревнования других уровней, уровнями выше. Это республиканские и иные соревнования, межрайонные соревнования, межмуниципальные соревнования и другие соревнования будут получать победители соревнований проходы на такого типа соревнования. Кроме того, спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены кубками, грамотами и медалями. Асия Тумалатова, Сиражудин Магомедов, новости телеканала «Среда».